Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моего ФФА-сериала «В мире Endless Space 2». Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо вы можете найти ее в описании к видео. Ведь всегда интереснее смотреть сериал не с середины. Ну а всем остальным приятного просмотра! Демоникс, а сколько у тебя вот этот флот поглощает с системы вход? Сейчас посмотрю. Где-то в районе 470-450. 450, да. Я просто навел на эту, на показатель еды, там написано минус 160 из добывающей флоты. Я думал, у тебя может 160 вход. Нет, кажется, больше. Сейчас скажу почему. На каждом личере стоит, поглощает рост 5, то есть это получается 20 с каждого личера, а там их 8. Дополнительная какая-то штука или она... Нет, на личере вот эта фигня стоит, которая поглощает. Она эссенцию дает 13 вот и пищу дает 5. А их у меня каждой такой штуки стоит по 4 на корабле. 8 кораблей. Я, в принципе, все, так что я себя накопил на арку. Вот это я не понимаю, конечно, вот это вот что за желтое, почему оно желтое, почему... Что тут вообще происходит?
соответственно. Алексей. На мой беззащитный. Слушай, ну харе ко мне прилетать, тут что-то делать. Вы оба. Ах, война. Чего бы, да? Да за харе тут всплывать все. Как так, расскажи, пожалуйста. Ставишь на арку три модуля с населением, производишь в каждом городе за счет эссенции жителей, ну, manpower, короче, силу. У тебя эта арка заполняется на 100% и несет около 200 танков, может больше. Она прилетает, высаживает всех, ставишь блиц и все. А что, у меня там не было кораблей никаких, что ли, от тебя отбиваться? Они не были на орбите. Хрень какая-то. Так, ну я тогда и Демониксу объявлю войну, чтобы побыстрее меня тут вынесли. Ну это вот так вот играешь всю игру, а потом тебя, опа, быстренько выносят. А, блин, нехватка. Жаль. Ну, вас не смущает, что там оранжевый близок к победе? А что он тебя захватил? Столицу. Столицу? Я не знаю, вообще просто прилетел, его даже не видел, нифига. Так, у меня есть еще где-нибудь самолеты? Более крутое оружие. Семь.
7. Тысяч. Да. А как этот ковчег расфигачить вообще? Это реально вообще? Больше нет. Не, ну, до этого я пару сносил ковчега. Ты снес, потому что я его не модернизировал в тот ход, когда мы загружались. Я его полетел без модернизации. Ну, они имбовые, да, я знаю, их трудно учить. Они очень... Я офигел, когда прилетел не с ковчегом, клоты начал метелить. Я даже растерялся. Мне пришлось командные очки наращивать, чтобы как-то вообще клоты сравниваются. На одном уровне, в смысле, бились. Так, блин, так что тут делать тогда? Не, без шансов, они имбаланс. На высокой скорости игры они не контрятся. Так а зачем ты их брал тогда? Потому что Демоникс их взял, я бы так не стал брать. Я ему написал перед началом игры, говорю, если придет Гринджер, будет заводян, смысла нет играть. Хотя, может, есть шанс. Ну, нужно, короче, пробиваться к моим стартовым мирам и уничтожать ковчеги, именно которые как планеты работают. Потому что там герой не назначен, а без героя они не такие сильные. Уничтожить вполне реально. Ну я так понимаю, что тут только Демоникс что-то может сделать. Видимо, то есть тут дуэль, что ли? Игра в дуэль превращается. Демоникс. Ау. Ты что-то собираешься делать или объявляем победу оранжевого? Да рано еще, я думаю. Очкам так вовсе Леша впереди. Ну я вряд ли вот тут час как-то да продержусь. Там вообще сильный флот-то. Да у него ковчег, вот подумай, юнит один ковчег, да? У него атака 7284, защита 1279, это все один юнит только. И это... скоро можно будет геометрию поставить. И здоровье 26123. Плюс у него уровень ветеран, плюс он вместе с героем летает. Ну их фиксить, конечно, надо. В
водяных. Да не надо просто, если знали, что такая, нафига брать в сетевую игру тогда? Не, ну мне не так просто играть. В принципе, мне еще подфартило с ресурсами роскоши. Так, ну ладно. Ну да, у мастера две системы всего осталось, в принципе. Слушай, трансперсонал, давай ты сразу на Демоникса полетишь, чтобы выяснить, кто победитель. А мы посмотрим. Ну, чтобы не затягивать игру особо. А где он? Ну, сразу с... как его? Слева от меня. А, ну сейчас. У меня два юнита осталось. Нормально. Ну все тогда, спасибо за игру. Спасибо за игру. Спасибо. Так, хорошо. А как мне защищаться от танков? Это мне нужна авиация. Мне нужно открыть авиацию в третьем тире, да? Угу. Нет, даже в четвертом она. И что построить, чтобы она появлялась? Манпауэр надо произвести нужное количество. За твою фракцию я не знаю, как это делается. Нет, там надо открыть вкладку вот этой военной мощи. И там будет такая кнопочка слева управления. Там уже распределяешь, насколько я понимаю. Так, а где вкладка военной мощи? Ну, кораблик, где ты кораблики улучшаешь. Так. Вот, и там вот слева. Ну, я вижу Empire Manpower, да. А, Manage, точно. Там вот стоит. Точно. Слушайте, господа водяные, такой вопрос. У вас вообще реально в начале это завалить? Что с этого... Да я не знаю, я за них играл всего несколько раз. Ну вот не знаю. Этот вопрос я не знаю. Тоже не знаю. Опаньки. Вот это поворот.
Ну что, становится более-менее понятно, как этими юнитами пользоваться наземными. Ясненько. Сколько можно эти репорты генерировать? Поздно, конечно, я это делаю, но хотя бы так, чем вообще никак. Так, и мне надо 10 антиматерий, чтобы улучшить.
Ну что там, мы с Демониксом еще не начали воевать? А, еще несколько ходов надо. Он еще не долетел. У меня до сих пор поддержка ученых, несмотря на всю войну происходящую. Блин, долго как лететь. Ой. Один Моникс в мою сторону полетел. Кто быстрее? Обидно. Ну, вообще, конечно, я быстрее. Долечу, вероятно. Может быть. А может и нет. Может быть. Блин, какие-то глюки, мне постоянно показывают, что оранжевый у моей системы вообще уничтожил полностью. А потом они опять появляются. А. Ну вот не рот. Ну что, ты уничтожил? Они не полностью уничтожаются. Тут написано то, что они исчезнут там через 30 ходов. Там, ну, написано, сколько населения осталось и еще что-то. Типа они как бы не полностью все равно.
ты все-таки уничтожил нерод? Я не пойму. Или он не уничтожен? Мир нет. Там, смотри, там, короче, над миром, ну, где ресурсы там написано, еще что-то, есть такая иконка, где написано, это охотничьи угодья империи такой-то, такой-то. Они исчезнут через 29 ходов, осталось 7 зданий и 22 населения. А вот как мне, ну... Ну, до тех пор, пока я над ней вишу, никак. Хорошо, а в эту, а во вторую я прилетел. Не знаю, видимо, можешь поселиться туда. Так там ты все-таки уничтожил Цефеус или что? Нет, там тоже написано то, что через 19 ходов исчезнет, и осталось 14 населения и 5 зданий. Или нет, или я не уверен, или я могу типа из уничтоженных систем продолжать воровать население, так как там осталось оно. Ну, в общем, я не уверен. Что-то непонятная механика все равно. О, тут какой-то флот. Из нескольких долото прилетел. Красная, а ты куда летишь? Считай, что посильная помощь. Не, ну тут... Там вообще без вариантов, да, я так понимаю? Ну, смотри, у тебя сколько получается флот силы? 2000 атака. Тысяча триста. Ну, один фикс. Демоникс у меня уже чуть повоевал. Теперь повоюем с оранжевым. Потеряю, то потеряю. Тут уже и так понятно, что битва двух Юкадзун будет. А Демоникс с оранжевым уже воюют или нет? Что-то я не вижу. В осаду взял меня ведь. Почему мне, кстати, итоги боя не показал? Да, действительно, прилетел колониальным кораблем на Цефей, колонизировал, и мне вернулись все планеты. Единственное, что на них нету зданий. А население осталось.
Все, что передумал? Не, я полетел к другой системе. Сейчас еще один. Сейчас еще просто полетит два корабля к этой. Даже краску не поцарапал, судя по всему. Мультиниус, интересно, что значит, из-за чего? Да.
А, потому что мятежный. Интересно, что ж тут мятежного у меня? Димоник, зачем тебе сука культуры? Да, она как бы сама так выработалась. У тебя сколько вход? 1300. У меня просто 30. Не, ну вот у нас же есть еще один водяный. У него такой культуры нету. То есть у него тоже, наверное, примерно как там 30-50 вход. Не, ну там 100, наверное, вход. 230. А у тебя 3000, ты сказал, да? 1300. А, 1300. Ну, блин, вообще так-то немало, конечно. Я вот не понимаю, вот ты прилетаешь своей материнской, ну, этим вот фигнёй в Цефеусе. У меня там стоит 7 кораблей. Почему ты просто высаживаешься, вообще не обращая внимания на эти корабли, даже не... Как это работает? Они не на орбите, они в системе. А надо, чтобы они были на орбите. Я не понимаю разницы. Они в ангаре, типа. Да. Да, именно так. Ну, это они, по-моему, зря сделали. В Endless Legend ты сажаешь юниты в город, они будут его А научную победу как достиг? Что надо сделать для научной победы, в общем? Ну, вроде все техи в каждой ветке выучить. Просто все техи во всех ветках? Нет, там есть специальное могущество вечных, но они отмечены. Да, видимо, вот эти.
Так, значит, это мы не учим тогда. У меня ошибка. Да, ошибка вылезла. Выкинула. Я ресинк нажал. Заходите. То есть тебе неохота так делать, да? Ну, это, не знаю, не честно, мне кажется. Просто сколько там у одной арки жизни? 33,5 тысячи, даже больше. Да. Это вообще жопа. Ты не знаю, это... Ну, один флот никак не может догнать ее по жизням. А, я не знаю, два флота тут участвуют в битве? Это может быть такое? Это может быть такое. Нельзя, чтобы они превысили количество кораблей, допустим, их в флоте, а это максимум 16. Ну вот, ну и у Крамеров 20, по-моему. О чем и речь? То есть 16 — это ровно две арки. Ой, забыл один бой нажать. Сори. Так что, Димон, ты там сдаешься или что? Да, в принципе, можно. Да нет, игра, кстати, не закончена. Не, да. Ну, так... А что тут можно сделать? Не знаю. Попробовать выйти в научку, кто будет. Я наукой не победю точно. Кто сейчас первый по науке? Ну, первый я по науке написано. Я могу сказать, что у меня вход 2200 науки. Посмотрите, я думаю, что у вас больше, потому что, ну, у меня вынесли две мои системы. Ну что, заканчиваем, нет? Да, я в принципе согласен заканчивать. Надо, видимо, водяных не пускать в сетевые игры. Ну, с одной стороны, да. В середине игры водян можно, в принципе, убить. Там
вся соль именно в том, чтобы они не успели реса в себе нахавать. Ну, понимаешь, а в чем прикол? То есть кто-то с ними рядом появляется, и он уже идти обязан просто идти и их выносить. Не-не-не-не, наверняка водяны придут сами к ним раньше, потому что, ну, ближние к водянам — это дойная корова. Для них же. То есть они сделали что-то типа как культисты, только намного более сильнее. Я так еще понимаю, что этих ковчегов нельзя вынести, потому что они... Я помню, что я против компьютера играл, и там висит этот остов ковчега, и просто он потом ремонтируется обратно, да? Он ремонтируется, но надо заплатить 2000 голды, иногда больше. Ну, это не проблема на такой стадии, мне кажется. Ну да, в конце игры это не проблема, и надо, чтобы флот висел один ход, чинил этот ковчег. Так что так себе перспективка. Ну что, спасибо за игру. Поздравляем. Спасибо. Transpersonal Psy с победой. Ну ладно, давайте тогда. Надо как-то популяризировать еще Endless Space 2. По-моему, интересно в ней сидеть, в сети играть. Ну все, всем пока. Давай. Всем спасибо. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.